Меня, знаете, радуют мальчики, ну, те, которые с уверенным таким лицом говорят: «Брось, не пытайся, ты тут не справишься без удачи, отложи, отложи, попробуешь все так потом, когда бэкграунд и опыт станут богаче, а волосы разбавятся серебром». Такие мальчики, как правило, позже с годами превращаются в сальных таких типов, которые сидят на кухне с водкой, со своими друзьями и жалеют друг друга и своих ненаписанных стихов. Они гогочут заливисто, громко в этом кругу собутыльников, а не друзей, и жен своих обсуждают тихонько, что не похожи они уже на тех девчонок с замашками дикарей. Но почему-то не вспоминают, что где-то тогда, лет 20 назад, они на горло легко наступают мечтам своих задорных девчат. Поэтому мне 23, и я не слушаю мальчиков. Все вопросы пустяшка решаю сама, чтобы потом в 50 не заламывать пальчиков и не слушать: «Ну, женщина, поезд ушел, ты уже слишком стара».